Всем доброе утро. Доброе утро. У нас новый день. День у нас такой вот дождик был. Мы сейчас попьем чай. И Рушан поедет к Ивану в дом туда. Там надо будет маяки поставить. У Рушана просто есть лазерный уровень. И Рушан поможет Ване. Он там уже сетку засыпал, да, получается, все. Я все сделал, подготовил так лазерный. Угу. И осталось там лазерным уровнем маяки поставить. Так что вот такие дела. Вот такое у нас вот утро. Всем доброе утро. Пойдем это курам гнезда поменяем. Ты солому принесешь. Я яйца соберу. А? Пойдем? Рушан просто готовит машину, да? Собирает. Он сейчас поедет Ване же скоро помогать. Мы ждем просто звонка, нету еще. Кристина. А? Чё? Поцарапалась? Что поцарапалась? Охренеть, это вчера? Ну да. Охренеть, Рушан, оно конкретно поцарапалось. Это пластик такой вроде бы мягкий. Что делать будем? Конкретно видно. Это вот этими, да, поцарапалось? Угу. Короче, купили мы. А ты забрал, да? Я хотела показать. Ты уже занес, да? Да, учитель. Покажи тогда мне хотя бы этот. Ну, короче, наша дверь. Вот разница. Разница, смотрите, какая. Ну, тут что-то даже не видно, да? На камеру не видно, а на глаз видно. Дома прям вообще хорошо, отлично видно. Вот это, оказывается, у нас посветлее дверь, да. А вот это вот потемнее. И мы делали вот эти вот у нас наверху балки, которые под на потолке. Этот цвет, да. Прям под этот цвет они у нас реально такие, представляете? Угу. А это прям темное, и все прям чернота о, стоит, видно, посмотрите. Вот что делать? И мы, короче, сегодня поедем обратно. Ой, боже, я в шоке. Ну, а что делать? По-другому никак. С образцом, там, ну есть. Да, мы образец не брали, а я не знала. А что ж ты его сразу не взял? Так я его и не знал, что я сейчас на крышу полез вагонку смотреть. Смотрю, у меня лежит кусочек. Мы вчера ни вагонку не смогли купить, да? Вообще ничего не получилось купить. Привет, красавишна. У меня здесь, зацените, новые сапожки. Я беру всегда резиновый, ну, либо галоши. Вот, видите, 40-41. Сама таскаю я 38-й. Но на такой вот толстый, теплый носок. Вот, чтоб вот так вот. Влетел, а не стоял, понимаете, как вот у меня есть резиновые сапоги, которые вот так вот тянешь, блин, пыхтишь, это нет, это ненормально. А вот это вот все буду убирать уже, это невозможно, оно накаливается холодом. Такие холодные, посмотрите, какие они хорошенькие, желтенькие. Я хотела красненькие, вообще мечтаю всегда, вот ищу, по крайней мере, все сапожки, чтобы они были вот такие вот высокие, красные, чтобы такой же типа каблучок здесь был. Тоже, ну... Лучше, конечно, не резиновый. В резине сильно... Рушан, у тебя что за обувь? Ну, блин, уже те просто намокли. Я вчера пока готовил. Уже... А хорошо, а где твои резиновые сапоги? У тебя вообще отличные резиновые сапоги. Почему ты их не обуваешь? Мне жалко. В смысле жалко? Тебе мне тоже снять? У меня вообще яркие. А у тебя темные. Нет, давай, не снимай эту грязь. Это выбрасывать уже пора. Особенно в белых кроссовках. Кто в такую погоду ходит? А это... У меня есть черная с такой же пенкой. Хорошая. Сапоги? Да. А где они? Там уже. Ну тем более, давай эти кроссовки, посмотри. Они какие грязные. Это не для огорода. Наши орешки стоят. Орехи. Сюда Рушан приносит вещи, скидывает. Рабочие здесь у нас вещи. Вот какой я молодец, как все хорошо убрал, тут я никогда найти не могу. Молодец. Нет, они где-то здесь лежат. Сапоги? Да. А ты не помнишь, куда затаскивал их? А-а. Ну, блин. У нас, кстати, вот эта дверь закрывается. Закрывается на ключ. Когда мы куда-то уезжаем, мы закрываем нашу дверь. Тем более, я говорю, у нас такие собаки, Патрик с Максом. Да, пилотика один чего стоит. А вот. Он разрываться будет, кричать криком. У нас все соседи сразу же... Ну, мы с соседями же общаемся, они нам все там рассказывают, говорят, что как сразу говорит, это смотрим. Так же и мы у соседей, если что-то слышим, какой-то кипиш, там собаки разрываются, а никто не выходит, мы тоже уже начинаем внимание обращать. Во, во, и они еще у тебя и теплые. Да. Вообще класс.
Надо мне мамочке купить. Носок там, да, у тебя? У меня нету носка. Они у меня... Ну, мне надо стельки взять, купить, поставить. Стельки, да. Вот вообще, видишь, классно. Ищу тебе эти кроссовки. Эти помыл, и все. А те ты кроссовки помоешь, они будут мокрые. И фиг они у тебя в такую погоду высохнут. Ну да, те кроссовки надо будет... Ты их выброси, чтобы не соблазняться. Они уже никакущие. Норд. О! О! Кот в сапогах! Кот в сапогах, реально. А что, неудобно, да? Чуть, короче, не улетел в сарай носом. Что вы там творите? Это мои сапоги. Их клювать нельзя. Нравятся? Нравятся? Мне тоже нравятся. Че вы пристали? Что пристали? Смотрите, как они на мои сапоги. Посмотрите, что делают. Ушли! Нападают на сапоги новые. Рушан, нападают на сапоги, представляешь? Они яркие, видать. Что за новый цвет такой? Вот этот вообще, да? Этот. Смотри. Вот этот петух? Да, петух. А, там кто-то писал, типа, с хвостиком это петушок. Без хвостика это курочки, по-моему. Наоборот, без хвостика это курочка. А у петушков... Хвостики. Нет. Без хвостика это петушки, а с хвостиками это курочки. Туда вот она с хвостиком курочка. Так это он уже перерос уже. А, да? Чё ты орёшь? Она жалуется, говорит, гуляет, говорит, выпусти меня. Вон, ешьте, у вас здесь кормушка стоит. Нет. Нет, сейчас будем менять вам эти. Чё разралась? Чё орёшь? Крикливая какая, а? Сейчас будем гнёзда вам менять. Вон, все яйца какие. Грязные. Ну, грязные яйца, потому что у нас сыро на улице. На улице сыро, яйца грязные. Едят. Кормушку здесь ставим, когда на улице сыро. Кто там приехал? Кто там приехал, пилотик? Я, блин, сюда натаскала, ходила, только что выходила. Сейчас не могу выйти на улицу. Я ходила в хоздвор. И это... Сейчас Рушку дождёмся. Ходила в хоздвор, приезжала к нам подписчица. Вам огромный привет. За поросятами. Но она их не забрала. И за кроликом за одним. Звоню к Рушану, трубку не берет. Говорю, думаю, боже мой, если сейчас начнут поросят, скажут, давайте нам этого и этого, и кролика нам, девочку, допустим, или там мальчика. Как же их проверять-то буду? Ой, я звоню к Рушану, он трубку не берет. Ё-моё, что делать? Время поджимает. А Рушана все нет и нет. Ну что, справилась? Хорошо, что не забрали. Сказали, что чуть попозже, ну, по-моему, через недельку, получается, заберут, пока не заплатили. Это наши подписчики с Павловской. Идем сюда! Я тебе что-то скажу, ходит мимо. Так, пилот, ушел, ушел, ушел. Вот. На, я бизнесменка. Бизнесменка. Что это такое? Это вот так вот, Рушан, умей. Вот ты ездил сейчас, работал. Ты сколько заработал? Ноль. А я десятку. А если серьезно? Поросят купили. Ушел. Серьезно, все, теперь рыжая девочка разноухая, которая. Ну зайди сюда, чтобы пилот не лез. Что, у тебя прям сильно грязный? А здесь тоже не чисто. Рыжую, короче, девочку, чтобы ты сразу знал, купили. Включи свет, так для съемки плохо. Рыжую девочку купили. И одного мальчика белого купили. Mm-hmm. Но они пока у нас. Муж просто сейчас там это приедет скоро с командировки. Mm-hmm. Свинарник сделает. Просто попросили, что видят, что это наши подписчики с Павловской. Они видят, что у нас поросят это раскупаются, угу. забирают. И это, говорит, быстрее давай, чтобы, говорит, не забрали. Вот она девочку выбрала и беленького мальчика. Ну, разноухая вот эта девчонка. Приезжали, что ли? Да. Это... Лопоуху забрали? Ну, не забрали, они у нас ну, еще. Вот её купили и мальчика белого. Которая разноухая такая, да. рыжая. Она такая бутузка. Так смотри, слушай дальше. Они говорят, а теперь подумайте, за сколько вы Тимошку отдадите. Нет, Тимошку нет. Я была в шоке. Говорю, чего? Я думала, мне послышалось. Она говорит, да, мы хотим Тимошку, у них есть возможность за ним. В плане, что у них эти были поросята, есть же такие маленькие? Вьетнамцы, да. Ну и она говорит, у нас есть возможность там, как я поняла, что он не работает, ухаживать за ним. Видишь, мы-то постоянно в разъездах, то туда, то сюда. И вот это постоянно, это сейчас он сосёт её, Рушан.
подожди, сейчас еще недельки две. Уже она не даст, понимаешь? Да. Ну что, хорошо, хорошо. Потом приводить хряка, Тимошку ты куда будешь девать? Так у нас все равно остается еще. Двоих забрали. Да, ну двое. Сегодня Кристина звонила, тетя Валя звонила, спрашивала, сколько у нас поросят осталось, тоже спрашивают. Я ей сразу сказала, у нас поросята есть, потому что здесь и по 3,5, и по 4 тысячи. Я говорю, ну у нас по 4,5, говорю, потому что у нас домашние. Ну, рассказала, какую историю тут. Mm-hmm. И это она говорит, я это все понимаю. Мне, говорит, на мясо для детей, мне, говорит, вот это всякое не надо собирать. Ну, хорошо. Я молодец? Молодец. Давай 5. Видишь? А я знаешь, как переживала? Я к тебе звоню, муж мой. Mm-hmm. Где телефон? Расскажи. На кухне. На какую кухню? Дома? Да. Зачем тебе? У тебя вопрос. Для чего тебе нужен телефон? Ну, там, блин, я работал, вдруг упал, разбился. Конечно. У тебя, посмотри, какие шикарные карманы. Да, я звоню, думаю, боже, если сейчас приедут, скажут, мне вот этого поросенка, ну, как я ловить буду. А ты взял перегородку, убрал. Ну. Я взяла, открыла, короче, маленькую комнатку. И эта чушка как на нас побежала, мы бегом двери закрывать. Ты что, только сегодня убрал? Да. Утром? Угу. А я-то не знала, ты мне не сказал. Чуть, короче, мы там не обкакались все. Это как чушка побежала, мальчик там был маленький, лет 7, говорит, ого, какая она здоровая! Я говорю, да, вот так вот. И она, я так приоткрыла дверь, она, представляешь, у нее такие зубы длинные у мамашки. И она давала вот этот вот вверх доски грызть, обгрызать. И кролика, короче, одного, девочку. Да? Да, я говорю, я не знаю, как тут отличить девочку, мальчика. Там все девочки у нас остались. А маленького или большого? Маленького. А маленького? Нет, там есть мальчики. Да, так что, ну, получается, через недельку они приедут. Ну, как раз я сказала, что у меня там это, уже госпитализация скоро. Сейчас перепродадим. А потом аукцион устроим. Да ладно. Сейчас я пойду. Отцеплю прицеп, мы едем? Да. Надо что-то перекусить придумать. Я, блин, еще мне надо это не успела видео домонтировать. Пока туда-сюда посмотрю. Давайте еще кое-что надо купить в Краснодаре. А, да? Трубы будешь покупать ему? Ну да, потому что я ему посчитал, он как-то офигеть, какая разница. Да, правильно. Зиму предлагают по 3,5 насоса, а здесь там они 2,5 стоят. Ему шланги предлагают трубы по 79 за метр, а там 49. Да, Ваня просто будет в ванной, да, он будет и в коридоре, да? В коридоре, да. Делать теплый пол. Да. Вот, а местный, да, получается здесь, кто да, предлагает? Да, типа будут работать и будут делать. А так вы сами, да, будете делать теплый пол? Ну, только подведут, да, сделают выхода и все. А так они не хотели делать теплый пол, просто продать ему трубы хотели, да? Они хотели продать ему трубы и плюс еще сделать этот там, ну, сварочные работы. Да нафиг надо. Такие же красные, как у нас, будешь ему брать? Да, только и другие немножко. Получше? Ну, таких красных, как у нас сейчас нету, как бы, они, в принципе, там разница небольшая. 47 рублей метр и 49 рублей. 49 рублей они получше, как бы. А, да ты чё? Да, что... Ой, ну здорово. Ну давай, чё, это бетономешалку отвез? Да, всё отвез. Чё, он там сейчас работать будет или он домой поехал? Он домой поехал обедать, я часов 5 только буду заливать, пока маленький схватится. Убери, пожалуйста, деньги отсюда, в машину, потому что да. Они сейчас хлопнешь, а сдует, пилотик разгрызет. Хулиган маленький. Ну давай тогда домонтирую и пойдем на кухню что-нибудь перекусим. Мы решили попить чаек. Это я ставила, у меня там, видите, куртка постиралась. Надо будет вытащить уже. Мамины пирожки. Мама вчера пирожков нажарила. Говорит, они, говорит, когда были свежие, хрустящие такие были. Кристина с Аней приехали, взяли себе. И вот мама нам с Рушаном тоже нажарила. Получается, с картошкой и яйцо с луком. Вот. А я вон яблоко ем. Такие яблоки офигенные просто. Я вот насколько я не любитель яблок, я их вообще не люблю. Эти яблоки я за милую душу только так. Только и успеваю. Ну, на солнышко что-то выглядывает. Мы сейчас будем собираться уже. Все, уже дела сделали. Управились, сходили еще раз. И все. Сейчас будем собираться, поедем в Краснодар.